школе публичной дипломатии состоялось первое занятие 16 февраля в Институте международных отношений истории и востоковедения КФУ. Формат школы предполагает интенсивные занятия. В программу обучения входят встречи с экспертами, семинары, мастер-классы и круглые столы, а также обучение в игровой форме. Сегодня сама современная реальность говорит о том, что нужно развивать еще и публичную дипломатию. Это как дополнительное образование. Поэтому востребованность есть. И когда мы объявили конкурс на то, чтобы заявочно определить вот такую компанию, да, то у нас получилось, что заявок было гораздо больше, чем мы могли бы это все освоить. Участниками школы являются совершенно разные люди. Прежде всего, студенты-международники. Но это и молодые геологи, и юристы КФУ. Кроме того, в число слушателей также вошли студенты и других вузов Казани. В школе публичной дипломатии обсуждаются вопросы, касающиеся направления развития публичной дипломатии, ее перспектив, форм участия в публичной дипломатии негосударственных и некоммерческих организаций и многое другое. И первым приглашенным экспертом стала заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан Рима Ратникова, которая пообщалась со студентами на тему сотрудничества Государственного совета Республики Татарстан с парламентами субъектов Российской Федерации и других государств. Когда ребята рассказывали о том, зачем они пришли в эту школу, мне показалось, что вот за новыми знаниями, за тем, чтобы найти новых друзей для общения и пообщаться с людьми, которые имеют какой-то опыт в той или иной сфере. И очень полезно, я думаю, для нашей республики в будущем. И пусть у вас вот этот огонь горит в глазах всегда. Всегда будет этот интерес постигать новое и интерес приносить пользу своему краю, своей республике. Елизавета Евтифеева, Андрей Багаудинов, Универньюз.